Добрый день, дорогие друзья! Последний штрих в отношении наших врагов и морального авторитета. Я очень много говорил на эту тему, я очень много говорил о тех вещах, которые, на мой взгляд, являются пользой со стороны наших врагов. Если вы сможете отбросить все эмоциональные, там, и какие бы то ни было другие составляющие наших проблемных зон во взаимоотношениях с врагами, и сможете увидеть ту пользу, которую они приносят. То есть, если вы увидите позитив в действии ваших врагов, то я более чем уверен, дорогие друзья, что вы сможете увидеть пользу абсолютно во всем. Ведь на самом деле не существует того, что может быть абсолютным злом, ну, кроме дьявола, или абсолютным добром, кроме Бога. То есть мы замешаны из разной глины. И если вы видите врага, который наступает на вас, задумайтесь, почему-то ведь любящий Бог, любящий вас Бог, Он допустил эту ситуацию, когда ваши враги пришли в ваш дом и нанесли вам определенный ущерб. То есть любящий Бог, Он в этом видит некое добро. Если вы научитесь видеть доброе, позитивное и видеть пользу в действиях ваших врагов, то вы обязательно разглядите полезное во всем, что вас окружает.